Грузия – это великая страна, пережившая немало потрясений, и она остается самой гостеприимной страной Европы. Мало кто знает, что спорт номер один в Грузии – это регби. И если спросить 10 парней, 7 из них скажут, что хотят заниматься регби, двое, что хотят заниматься борьбой, только один скажет про футбол. Огромная инфраструктура регби в Грузии выросла буквально на глазах. Десятки стадионов в этом году приняли Кубок мира среди молодежи. Англичане говорят, что регби – это наша игра. Это не английская игра, это грузинская игра, потому что мы играем лилон, так национальная игра есть такой. Круглый мяч, тяжелый. Когда англичане приезжали, увидели эту игру, они нам показали футбол, который они играли там. Англичане увидели лило, взяли себе в Англию, там сделали классический вид спорта и назвали регби. Это легенда просто. Ну, а так чуть-чуть правда есть в этом. Да. Потому что мы играем лило уже 3000 лет. Регби-клуб «Уния» несколько лет назад снял первый русскоязычный фильм про грузинское регби. Мы встретились и поговорили с легендами грузинского регби, с тренерами и капитанами команд и грузинской сборной, с тремя поколениями грузинских регбистов. Сейчас мы отправились в тур по регби-7 по Грузии. Тбилиси – столица Грузии, прекрасный город с сохранившимся средневековым кварталом Нарикала. Уния приехала на тренировку к горийскому клубу Джики, к чемпиону этого сезона, к нашему старому другу, легенде грузинского европейского регби Полико Джимшеладзе. Полико – гениальный тренер сборной по регби-7, сделал для нас тренировку, мы сыграли товарищескую игру. Уже несколько лет ребята приезжают. Я хорошо знаю, сколько они проходят. Очень приятно общаться с такими ребятами, которые очень любят и обожают регби. Несколько лет назад там какой-то маленький турнир был. Там я познакомился с ребятами, и оттуда мы начали нашу дружбу. Там маленький семинар, потренировались. И на этом маленьком турнире очень большая разница сегодняшняя вот команда и та команда, которую я первый раз видел. В Брестской Унии самая широкая география путешествий среди белорусского регби. Мы впитываем знания, которые получаем за границей. Другое дело, что применить их получается только в польском чемпионате. Сейчас мы сыграли, в моей команде уже там несколько человек, которые в сборную Грузии играют. С ними играть, это, конечно, трудно было, но первый тайм что-то, ребята, трудно так быстро войти. Второй тайм уже хорошо сыграли, гораздо лучше сыграли уже эти такие базы у них были, которые несколько лет тому назад, когда встретились, даже не думали об этом. Видно, что ребята вот так приезжают. У них какое большое сердце, кто регби любят, видно, что они у себя дома работают, и сегодня уже вообще другая команда была. Дорога, усталость, что называется, с корабля на бал. В первом тайме мы играли не в свою игру, но после дельных советов Полико мы заиграли по-новому. Регби – это тактическая игра. Они уже вошли, то, что у них всякие вот так разговаривали. Там, я смотрел, тоже видел, у них свои комбинации уже. Регби – это как стратегическая игра. Это играет 7 человек, а не один или два. Это 7 человек, и обязательно надо иметь стратегию. Это бесценный опыт, и вот данные Полико установки будут использоваться нами там, в новом сезоне. Это именно то, что надо, чтобы такой тренер, как Полико Джимшеладзе, поисправлял ошибки команды.
Следующая остановка Унии – город Аспинза под Арменией. Прекрасный оазис. Среди гор находится регбийная база, которая постоянно принимает разные грузинские команды. Сейчас там тренируется тбилисская Армази, наш старый друг Иракли Мачханели, бывший капитан сборной. В команде Аспинзы главный тренер – особенный человек для любого поклонника грузинского регби – Малхас Чиишвили. Тренер сборной Грузии на Кубке мира 2007 года, когда сборная Грузии играла с Ирландией, долгое время выигрывала и проиграла с минимальным счетом. Это самое большое достижение для сборной Грузии. Утром тренировка с Малхазом Чиишвили, 9-й номер сборной СССР. Это очень бесценный опыт, очень дельные советы. Это то, что необходимо молодому белорусскому регби. С регби-клубом Испоти, Колхирайн-Деби, у нас особая дружба. В 2014 году мы приехали туда на турнир, играли в белорусское нечто, но после знакомства с легендами грузинского регби мы заиграли по-новому. Мы в своем фильме о грузинском регби «Одна игра, две судьбы» уделили особое внимание человеку, который для нас являлся одним из лучших регбистов сборной Грузии. Его зовут Дмитрий Басилая. Есть игроки хпатинские, ребята, которые за границей играют. Они все приезжают, приедут сюда. Приедут, они продолжат эту игру. Так что, если кому-нибудь понадобится моя помощь, я готов с удовольствием. Так что это никаких проблем нету. Чему я благодарен регби, меня научило мужеству. Оно мне подарило таких друзей, которые я до конца своей жизни знаю и могу положиться на них. И регби – это огромная семья. Там, если кто внутренний, он нехороший, он не может играть за регби, через месяц, два месяца он сам уходит. Да? И кто остается до конца, они друзья до самого конца. Я всегда 10 лет играл по Франции, 2 года по Британии, но мне понравился английский стиль. Когда английский чемпионат, когда бьют по воротам, там можно услышать ощущение комара. Я был на игре Новая Зеландия, играла в Шотландии, эта игра была в Эдинбурге, когда Картер хотела очко по воротам, вообще 80 тысяч самирали. Это такое ощущение, это очень трудно рассказать, это надо ощущать. Перед игрой с патийским клубом Колхирайн-Деби Дмитрий сделал для нас тренировку по игре нападения, и мы остались очень довольны.
Сегодня я вживую познакомился с Кириллом. 14 лет я играю профессионально и могу сказать, что объездил везде по миру, и такого энтузиазма я не видел, и большая честь. Я сейчас с парнями общался, и парни мне все сказали, вот, откуда они начинали, как они сегодня в регби. И браво, я могу прямо сказать Кириллу, что он так любит регби сегодня. Очень трудно найти таких людей. У меня сегодня появился такой друг, и мы в дальнейшем будем сотрудничать. Мы будем приезжать в Белоруссию, вы будете приезжать к нам. Это для нас большая честь, и по наши ворота всегда открыты. Батуми – крайняя точка в туре регби-клуба «Уния». Прекрасный черноморский город. Брест и Батуми – города-побратимы. Мы часто приезжаем в Батуми, тренируемся с клубом. Один из тренеров в Батуми, Георгий Чубинидзе, это особенный человек для регби-клуба «Уния». Он дистанционно работает с белорусским регби. На играх сборной Беларуси или на польском чемпионате мы постоянно просим у Георгия помощи и постоянно работаем по его установкам и по его советам. По сравнению с белорусской регби, грузинской регби большая традиция, тем более в таких регионах, как Тбилиси, Кутаиси, Батуми. И неудивительно, если мы хотим помочь этому клубу и, конечно, по всей белорусской регби подняться на достойном уровне, где они смогут достойно противостоять любому клубу. В прошлом году случилось так, что Батуми и Брест стали города-побратими. И это радует, потому что оба города есть регби. А у вас это только все начинается, и мы будем рады всегда принимать и поддержать. Буквально вчера вы играли
кедой, местной командой. То, те традиции, которые они имеют, и Унию, было удивительно, что они так выиграли. Ну, значит, они прогрессируют, работают на себя, и это похвально. А мы всегда рады помочь им. Нас интересует только открытая игра, в стандартных положениях мы сильны, мы забираем чужие коридоры, мы забираем чужие схватки. Просто из-за дороги сбился ритм, и поэтому страдает физика. Если мы не мудрим, то мы играем в свою игру, заносим попытки, зарабатываем очки. Сейчас у нас в Батуми этап подготовительный для чемпионата Грузии, да еще будем играть в Челлендж Капе, и у нас очень плотный график, но наши тренера во главе с главным тренером и с легендарным игроком Грузии Ираклием Георгадзе нашли время, передали свой опыт, и мы рады всегда помочь этой команде. Сейчас у Батуми новый главный тренер Ираклий Георгадзе. Это легендарный трехчетвертной грузинской сборной, единственный человек, игравший в топ-14 на позиции трехчетвертного. До сих пор еще никто не повторил его успех. Он играл 8 лет в высшей лиге Франции, топ-14, и 5 лет играл в Кубке Хейнекена. Так что у него огромный опыт, и этот опыт он передает сейчас в Батуми. Не мог отказаться брестской команде, уделил час тренировки и передал свои знания гостям. Батуми в этом сезоне сыграл в финале чемпионата Грузии. Ираклий – это просто находка для батумского клуба, все изменилось в клубе. В этом году регби-клуб Батуми вышел в Челлендж Кап и будет играть в Еврокубках. За эту поездку мы познакомились с большим количеством легендарных регбистов. В Батуми перед выходом в Еврокубки новый игрок, это 10-й номер сборной Грузии Лаш Ахмаладзе. Он сделал для нас особенную тренировку, он поработал над нашим 10-м номером. У нас было очень много вопросов по академическому регби, и мы получили те знания, которые, в общем-то, в Беларуси неоткуда взять. Наши полузащитники остались очень довольны. Главная цель тура регби-клуба «Уния» – играть под присмотром то одного, то другого тренера, чтобы знающие люди исправляли ошибки белорусских регбистов. И в новом сезоне мы заиграли еще сильнее.
У нас всегда были очень хорошие атлеты, но не было знаний. И даже посреди турнира, когда мы получали навыки от Полико Джимшеладзе, мы начинали играть по-новому. Обычно все приходят в этот вид спорта благодаря внутренней мотивации, то есть им нравится. Второй занесли. Да, занесли вторую попытку уже. Да. А что, выигрывают, что ли? Наверное. Молодцы. Ты должен выходить с поля всегда с поднятой головой. Ты должен все отдавать для победы, а там, ну, как получится. Братцы, вы уже третью заносим попытку. Да. Молодцы. Вот разогрелись в конце турнира. Вот если бы сейчас начинался турнир, мы бы стали чемпионами.